Всем привет! Вы на канале Мультимедиа Лаборатория. Camry V70 и вот такая вот огромная магнитола Ovnice 13 дюймов 6 плюс 128. Отличная картинка. Автомобиль 2023 года с штатным круговым обзором. Соответственно, все режимы переключаются. В режиме Drive с кнопки круговой обзор запускается. Соответственно, кнопки на руле работают. Подключение разъем в разъем. Громкая связь отличная. Звук шикарный. Прием спутников отличный. Смотрится зачетно. Просьба клиента была именно максимальных размеров монитор установить. Повторюсь, устанавливается разъем в разъем, без допиновываний и перепиновываний. Управление штатным усилителем сохраняется. Видим, что мы можем управлять штатным усилителем. Можем выставить текущую громкость усилителя, частотный план выставить. Не путать с частотным планом, который регулируется в магнитоле. Это непосредственное управление усилителем JBL. Вот такой вот обзор. В это же посадочное место можно установить магнитолу 12 дюймов, 12,3. Они тоже есть у нас в наличии. Шикарная картинка. Вот такая вот металлическая окантовочка на магнитоле. Отличный экран, отличный звук. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приобрести магнитолу Ovnice в Camry V70, как и во все остальные автомобили, можно в мультимедиа-лаборатории на Горбунова 12А.